Лапка с правым регулируемым ограничителем. Очень удобная вещь, когда вам нужно выполнять какие-то строчки с шириной до 3,5 см. В отличие от лапки для декоративных строчек с разметкой, она взаимодействует с системой IDT. Она позволяет выполнять строчки, подгибы на различную ширину, как я уже сказала, до 3,5 см. При помощи этой лапки очень удобно выполнять стежку на заданной ширине. Достаточно установить направитель на нужную ширину, и вы никогда не ошибетесь без разметки с точной шириной строчек. Также эта лапка будет для вас очень удобна, если вам нужны различные подгибы заданной ширины. Достаточно установить лапку. И выполнить двойной подгиб с заданным расстоянием. И опять же, заметьте, без предварительного заутюживания, без предварительного сметывания мы выполнили подгиб 1 см со строчкой 0,1 см.